хорошо, что в этом году, вот, в отличие от прошлых, даже на территории Украины будут открыты, да, в посольстве в Киеве, в консульствах в Одессе, Львове и Харькове, да, смогут проголосовать наши граждане. На территории непризнанных республик никаких у нас избирательных участков нет, и на территории этих республик голосование будет, но те, кто жители, их жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, у них есть возможность приехать в Ростовскую область, для них, там, где они получали паспорта, они там могут проголосовать, и в том числе для них есть возможность дистанционно проголосовать, при условии, что они верифицированы, да.